Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 Ace Pack для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами вот на этой малышке, значит, одолели очередной богомерзкий раллийный чемпионат, и надо сказать, что осталось не так уж и много, и слава богу. Вот, и заработали мы с вами Короллу. Вот, если что, мы ее продадим. Вот, и денежек подняли, но надеюсь, что пока ничего продавать не будем. Вообще, я хочу по минимуму продавать машин, которые мы зарабатываем, потому что мало ли что может случиться. Ну, а сегодня давайте воспользуемся услугами вот этого вот красавца под названием Lancer Evolution 5 GSR. Вот, и пройдем... турбированный чемпионат. Вот что. Так. Давайте посмотрим на его характеристики. 306 лошадей и вес 1360 кг. Сейчас мы с вами пойдем, как обычно, получим халявные для начала. Несколько лошадей. Так, поменяв ему маслице. Смажем немножко движку маргарином. Химикалиями нажористыми. Вот, все, я прям чувствую, какой он мощный. Что я делаю? Мы пижоху прокачали. Не сели мы за руль Лансера. И обнаружили это, приехав только на пижохе уже на само СТО. Что, что-то не то. Что-то пижоха как-то изменилась. Точнее, Лансер что-то как-то изменился. А, вот, теперь... Блин, лишние 250 рублей потратили. Впустую. Ну, хотя, с другой стороны, мы с вами проехали на ней вчера 3 гонки. И масло надо менять на гоночной машине, как мы уже выяснили, после каждой. Вот. Так, ну что же... теперь надо дальше его докачать. Там ребята ездят уже, как мы знаем, достаточно серьезные. Так, что нам надо? Что нам надо? Нам надо зайти в турбо. А то как же в турбированном чемпионате и без турбины? Так, интеркулер у него тоже есть. Ну, уже серьезный он совсем. Так. Вот у нас было 306 лошадей, поменяв масло, стало 322. 16 лошадей нам добавили. Ну, в общем, да, где-то в пределах 5-6% добавляют замена масла. Так. Сейчас у нас стало 348. Это хорошо. И поставим давайте еще и вторую стадию. Так, а что нам третья добавит? 481 лошадку. Ну, уже совсем серьезно. Но это будет перебор, да и денег у нас нет. Поэтому ставим спокойненько вторую стадию. Доводим количество лошадей до очень серьезных уже. 426. И что нам? А, покрышки, конечно. Нам нужны слики. Так, ну что нам хватит? На Medium Hard. Ну, Medium Hard тоже пойдет. Это уже... хорошие, мало того, что слики, да еще и медиум, но хард. Так, что еще? А еще нам можно облегчиться на эти почти 2 рубля. Черт, маловато, я еще рассчитывал на сцепление и на маховик. И на карданный вал, если что. Ну, ладно, попробуем. Попробуем, в общем, в таком варианте. В таком варианте попробуем. Ладно. Так, идем. Идем в Amateur League. И где у нас тут? Race for Turbo Sports Models. Погнали, у нас тут
Так, смотрим, подходим ли мы. Подходим. Здесь уже пятнарик дают. Пятнарик косарей. Вот это да. Это хорошая сумма. Было бы неплохо, конечно, такие деньжищи заработать. Ох. Так, ну что? Эприкат Хилл в обратку. Не самый хороший вариант, надо сказать. Ну и не самый плохой. Тоже по Эприкат Хилл давненько, тем более в обратку, я не ездил. Так, что у нас тут за соперники? Жук, Skyline, Silvia, MR2, Legacy. Ну тут либо, короче, Sky будет королить, либо Жук. Третьего прям не дано. Потому что Жук маленький и прыткий. Как мы уже знаем, эти маленькие сволочи, они очень шустрые. Все вот эти вот Лайзы, Жуки, Клио, блин, это кошмар. Ну, либо Скай за счет своей вот такой уже гоночной мощи. Так, ладненько. Пробуем, пробуем. Фух, погнали. Ну, мне очень еще хочется нашему Лансеру прокачать сцепуху и, ну вот, механическую вот эту часть, касающуюся передачи мощности от двигателя к ведущим, блин, колесам. Мощность, естественно, уже хороша, но сейчас мы все это увидим здесь. Что у нас вообще тут? Так, пока лидирует Жук. На втором месте Sky и его атакует MR2, ага. Так, мощность-то у нас хорошая, но я смотрю, что... Это еще хорошо, что у нас денег было так много, и мы смогли до такой мощности довести наш Лансер. Потому что я что-то смотрю, что это не так уж и много на самом деле. Так, смотрите-ка, Скай что-то не особо тут королит. Королит тут, в принципе, второй вариант, который я предложил, это Жучара. Так. Ну надо догонять. Правда. Ну вот есть какие-то участки, где, в принципе, мы их догоняем. Да, где-то они отрываются. Вы гляньте, несмотря на то, что здесь по-прежнему нам требуется для вхождения в этот чемпионат лицензия класса А, машины здесь стали еще мощнее. То есть технический регламент так уж сильно тут привязан к лицензии. Смотрите-ка, MR2 держится за Жучком. Самое главное, что мы держимся, но нет вот какого-то последнего импульса, который бы помог выйти вперед. Ух ты, МР2 атакует собака. Ничего себе, вперед вышел. Вот это да? Там тоже заруба. Давайте, пацаны, давайте. Вообще, вылетайте куда-нибудь. Оу! Товарищ!
Так. Что-то он как пропустил МР2, скис как-то. А МР2 сразу в отрыв пошел. Ничего себе. Так. Блин, напряг вообще жесткий. Эх, все, там негде МР2 догонять. И здесь я не быстрее на этом участке трассы. Не пропустить бы еще позади идущих. Так, вторые. Вторые, но, в принципе, практически мы в темпе. Чуть-чуть надо. Так, сейчас мне в этой связи интересно, сколько нам бабла насыпят за второе место. Я что-то... Ага, трешку. Хорошо, трешка, трешка. А чё хорошо? Блин, а чё хорошего? Трешка это... А, это и не хватит нам на сцепление, на маховик, на кардан, да? А их надо покупать. Потому что у нас получается диссонанс. Движка мощная, а передать это все асфальту не получается. Даже не то, что асфальту, это не получается передать на ведущие колеса. Вот в чем беда. 3700. Так, а мы же облегчились? Да. Турбина. Сцепление. Маховик. Кардан. Давайте кардан возьмем. Хрен с ним. Трешка. У нас как раз 3700. Он трешка самый дорогой. Все равно перезаезд делать. Если сейчас еще заработаем трешку, да, мы как раз и то купим. Мы вторые, например, придем. А, нет. А, ну да. Как раз где-то нам хватит на то и то. Не, чуть-чуть не хватит. Короче, ладно, что гадать будем сейчас. Прокатимся. Посмотрим заодно. Вот мы одну детальку всего купили, да? Сейчас посмотрим, вообще она повлияет на что-нибудь или нет. Как я уже говорил, в принципе, здесь любая деталь купленная, она ощущение дает. То есть чувствуется при покупке любой детали, что машина в каком-то из аспектов стала лучше. Еще бы, конечно, облегчить его, все равно он инертен достаточно для такой мощности. Сложновато его остановить. О, Сильвия. Это у нас Легаси. Дальше, по-моему, опять МР2. МР2, Sky... А, ну, по-моему, те же самые. Все те же самые лица. Так. Давай, 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 давай. Опять же, отпускать нельзя. Далеко. Хотя в прошлый раз у нас даже удалось. У нас-то соперник получается даже не жук сейчас, а вот этот товарищ. МР2. И надо его проскочить. Ага.
В прошлый раз-то мы его тоже проскочили, но потом выпустили, да? Так, по ощущениям, знаете, разгоняться мы пошустрее стали. То есть в прошлый раз было ощущение, что на разгонах они от нас уезжают, а сейчас мы как минимум вровень. Ай. А, чувствуйте вкус крови. Ха-ха-ха! Маленького жучка. Правда, так же самое про нас сидит там он. МР-2 также думает. Ай, блин, снесло. Поздно затормозил. Давай. Вообще все не ясно, все на равных, блин. Да, блин. На таких мощностях уже ощущается нехватка. Сцепление, снос идет просто за счет того, что подвеска, во-первых, слишком мягкая у нас сейчас. И тяжеловаты мы. Давай! Надо проходить тебя, парнишка. Дай-ка мне слипстриму. Так, Марка подостала. Во-во-во-во, надо кушать его, все. Ай, блин, вот это плохо. Вот эти вот сносы, это прям жопа какая-то. Так, есть. Теперь не выпустить снова вперед. Пускай они там с МРкой бьются пока. Сожрали все-таки. Так, одна и одна. Покажу чара на втором. Давай, держись. Сейчас его сожрет напрямую, наверное, МРка. Тоже ведь маленький. МР-2 такой легенький. Нет, пока держится, да? Жучок. Хорошо, они там вместе время теряют. Друг у друга отбираю. О, уже 2 и 1. Отлично, ребята, вы просто красавцы. Как же плохо, когда не слышишь звука своего мотора, блин, меня бесит. Окно открыто, то, блин, поезда ездить начинают, когда, вот именно когда я записываю. Тут, блин, какой-то вертолет прилетел, они что там все, с ума посходили, что ли? И один за одним, такое впечатление, как будто они вот ждали такие, за углом сидели. Так, когда же он начнет записывать? Давай, сначала пускай поезд, а потом вертолет. А потом пускай еще какие-нибудь дети под окнами орут. И сверху на них падает вертолет. А потом их раскатывает еще железный поезд. Вообще. Жуть, да? Так, отлично, выиграли. МР-2. Прошел все-таки нашего спасителя, жучка. Так, хорошо. Хорошо. Так что... Вал все-таки дает, да, он дает то, что разгоняться стали мы быстрее. Так, что у нас за следующая трасса? Следует. Тест-курс, ого-го. Так. Ладно, давайте зайдем попробуем. Посмотрим, чё как мы с такой вот мощностью будем наваливать или нет. Здесь вот как раз и выяснится вся мощь. Слабее мы, либо же на равных, либо сильнее. Это прям в натуре тест-курс. Тестирует мощность и ничего больше. Так, разогнались неплохо. Кто Сильвия?
Так, мне кажется, знаете что? Мы сейчас куда-нибудь упремся. Ой, на пятой. А у него шестая есть передача? Так, пока неплохо идем. Единственное, опять МР2 и жук. Так, 206. Ой, все. Сейчас в ограничитель упремся. Ну, сколько ты выдашь? Ничего себе жук валит. Сколько он там, блин? 300? Ой, все, 270, да, было? Ой, эти товарищи все тут как тут. Все, сейчас они нас все уделают. 274, 273 даже. Понятно, не. Тут что, тут без шансов. Тут даже слипстрим, не слипстрим. Дальше мы не поедем никуда. Все ясненько. Значит, что нам надо? Значит, нам надо опять тратить деньги. Ну, благо мы их заработали. Целых 15 косарей. И вот как раз сейчас надо купить коробку передач нам с вами. Без нее тут вообще никуда. Она нам добавит шестую передачу. И... Так, полностью настраиваем, естественно. Так, десятка, да? Так. Так, ну и по идее надо и маховик тогда сразу купить с... со сцеплением, елки-палки. Так, вот. Ну, как раз вот мы пятнарик почти весь истратили, который заработали. Ну, это Лансер уже сам на себя заработал, так что... Все хорошо. Так, все, механику мы здесь всю приобрели. В принципе, пока уж на тест-курс точно больше ничего не надо. Так, единственное, надо будет, наверное, в настройки зайти. Коробки передач, посмотреть, что там творится. Так. Да что ты, блин. Не видно, какой слот включаешь, блин. Турбо. Так, идем в настройки. Settings и коробка передач. Да уж, что-то она какая-то слишком плотная у нас, по-моему. Прям смотрите, как плотненько передача расположена. А это все почему? Это потому что у него наследие раллийное. А, у него он, да, и здесь сам этот. Короче, да, очень близкие передачи. Надо растягивать. Ну, давайте вот так попробуем. В самую ширь растягивать не будем. Во-первых, у нас мощности не хватит, чтобы все это потом вытянуть. Если мы слишком сильно растянем. Обороты. Оборотов не будет хватать. Все-таки он у нас не на полную прокачан. Сейчас посмотрим как раз. Это скорее такой тестовый заезд. Если что, еще пере... Ну, допустим, пятую, шестую можно будет еще растянуть. Сейчас-то, по сути, я и так... Использовал просто ползунок. Каждую отдельную передачу-то я не настраивал. Во, на пятой вот 250 уже. Давай. Так, шестая пошла. Ну, сейчас-то точно мы. Смотри, какой жук, а. Смотри, он, блин, он реально 300 выдаст. Наверное. Ну, это сейчас разгон, ладно. Разгон у нас лучше. Все-таки. А. Так, а мы сами-то 300 поедем, нет? Сейчас они на последней передаче тут разгонятся. И не факт, что будет все так радужно. Так. Мы-то сами как? В ограничитель опять упремся. Или просто мощей не хватит раскочегарить все это дело.
Ой, не, короче, они отстали. Они прям отстали хорошо. 2,3, почти 2,4 секунды уже. 300! Lancer Evolution 5. Ребята, валит больше 300 километров в час. Кошмар. И это он еще у нас... Че он там? Ну, где-то на середине своей прокачки примерно. Кошмарики. Блин, как же они все-таки испортили тест-курс вот по сравнению с тем, какой он был в первой и второй части. Нет, великолепно то, что они длину ему увеличили в сколько там, 5 раз, да? Ой, не, не в 5, он был сколько он? Ой, я уже и забыл. А, он был по километру каждый, это 4 километра, да? А здесь у нас десятку. Ну, 2,5 раза увеличили. Это шикарно, но... В чем была при... Да ладно, секунда осталась. Сильвия наваливает. Вы гляньте. Да ну нахрен. Короче, я говорю, 300 они валят. Кошмар. И она достает 0,7. Уху-ху. А я уже было расслабился. Давай вам тут рассказывать. Надо следить за чувачком. Нифига себе. Так, слепстрима ей нельзя давать. Вот это да. И она и в повороте наваливает. Вот все, вот она. Привет, подруга. Охренеть. Ой, пропустил. Ладно, сейчас мы ее тогда выпустим уже. Езжай. Короче, скорость здесь не ощущается. Вот что. На этом тест-курсе не ощущается скорость, потому что вообще нет уже никаких объектов. Вот еще на стартовой прямой тут столбики поставили, слава богу, хоть что-то. Так, ну-ка, давай. 310, охренеть, ну, слепстрим, конечно. 316, 317. Так, надо ее пройти. Так, это же у нас сейчас обратная прямая будет, да? Да. А, нет, какая обратная, это уже финиш. Офигеть, она просто прям в очко нам залазит. В диффузор просто. Так, иди в пень. 29 тысячных. И лезет, и лезет. Вы гляньте, что творит, а? Так, мы сейчас с тобой еще и тех подпустим, балбесов, блин. А, нет, мы от них, кстати, оторвались сильно. Так вот, блин, борьба идет. Ноздря в ноздрю. О, есть, отстала. Ай, блин! Так, не давать ей слепстрима. Ну все. А, нам еще... Еще один поворот. Давай, Lancer! Блин. Накатывает, накатывает потихонечку. То есть она своей мощностью идет больше, чем мы. У нее, кстати, аэродинамика лучше. Вот что. Ей в плюс. У нас Lancer очень высокий. Так, нельзя ее пускать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу!
Нет, блин! Нет, 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 на самом финише! Чё, вторые, что ли? Да ну нахрен, вот тварь, а! 31-тысячная, а-а-а! Вот сволочь, а! Прошла на самом, блин, выходе из последнего поворота. Вот гадина, а. Капец. Так, нет, не так. Вообще, сопер, смотрите, 10 секунд остальные проиграли. Ух, вот это да. Так, блин. Чё надо, чё надо, чё надо? Надо немножечко с коробкой поработать. Так, перезаезд. Даже ничего докупать не надо. С мощностью у нас все в порядке. Блин, нам не хватило каких-то, я не знаю, 5 км/ч, наверное. Блин, капец. Так, а что у нас с аэродинамикой? О! А, у нас задняя есть только аэродинамика, да? Так, это что вот? Ну, это угол атаки увеличивает, я так понимаю. Вообще в ноль ее убрать. Хотя, тут не в ноль. Так, 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 так. И... коробка. Так, шестая. Пятая, шестая. Ой, да блин. Пятую чуть-чуть растянуть. Шестую поджать. Да? Чтобы он на шестую чуть-чуть пораньше переключался. Когда оборотов побольше. Точнее как, не побольше, а наоборот, как бы их будет поменьше, но диапазон где-то с 5 до 7 тысяч, он такой более выдающий мощность. Ладно, сейчас посмотрим, что я там намутил. Нам-то надо там буквально прям совсем чуть-чуть отыграть. Блин, вот это да. Сначала оторвались, да, как мощно, и что-то я и забыл совсем про них, а потом раз, накатило, блин. Так, у нас там сколько мы где-то? 306, да, развивали. Так, вот. Зло едет. Вот оно, зло. В общем, разгоняется она похуже, но максималка у нее. Вау, ты чё? О, а чё, это жука нету, что ли? Так, чё я сделал? Чё-то он вообще нифига не едет. Я, наверное, увеличил, наоборот, прижимную силу, что ли. Что-то я вот там не понял с этими 0.23, 0.21. Чё он не едет-то вообще? Вот она уже тут. Так, мне хочется посмотреть, сколько мы едем просто сами. Без слепстрима. А, еще и вот он уже ограничитель тут мигает. Короче, что-то я намутил. Да?
Я не знаю даже, ехать дальше, продолжать или, блин, зайти, перенастроить ее. Опять же, сейчас вылезет где-нибудь в самый последний момент. Ага, повело ее. Там еще кто-то приближается, пока мы тут воевали с ней. Так, мы чуть-чуть отбились от нее. Ну, хорошо. Вот они что, интересно, разрабы тут сами не понимали, что... Ну вот, один вот так едешь, если без борьбы вот по этой трассе. Ну вообще ж скорость не чувствуется. Ну, уснуть можно. В туннеле за счет того, что, во-первых, пространство сузилось, лампочки есть, тут да. Вот здесь мелькают эти столбы там и прочее, еще более или менее. А, блин. В поворотах вообще ни о чем. Реально, вообще не чувствуется. Как будто едешь километров 80, не больше. Так, это второй круг пока что. Блин, зараза опять прошла. Ты наваливаешь-то, а, подруга? Так, надо ее как-то так же вот закосячить, как раз. Не получилось, как в тот раз. Значит, будет сидеть и надоедать до самого финиша, блин. Что ж тебе надо? И вот как каракатится потихонечку, потихонечку. Прям. Так, блин. Опасно, опасно. Давай, Лансер, давай. Последний поворот. Да что ты, блин, скажешь? Да ну нафиг! Никогда не смотрите в заднее зеркало на скорости, блин, 300 км в час. Блин, жесть. Да, зато бабла сейчас наколотим. Сейчас по 3000 10 раз, ну, будет тридцатка. Так, что делать?
Настройки я явно этим самым ухудшил. Надо, короче, что-то еще покрутить там. Блин. Тест-курс. Третий раз уже едем. Это просто зашквар, блин. На тест-курсе два раза подряд слить. Правда, на машине чуть-чуть менее прыткой. А на тест-курсе это прям самое важное. Ай, блин. Так. Так. Так, нет, давайте, короче, знаете что, вот чуть-чуть еще сюда растащим. Буквально чуть-чуть. Там, во-первых, мы почти в ограничитель уже упираемся. Ну, не знаю. В принципе, это значит, что и мощей-то там уже дальше почти нету. Там разгоняться-то ему некуда. Блин, хрен его знает. Сейчас посмотрим. Так, ну надо, чтобы была эта тварь здесь. Вон она. Вон она едет. В глубине. Пускай ее тут вообще в коробку возьмут, запечатают, запакуют и вообще не выпускают. Блин. МР2. Ага, жук вернулся. Где был-то жук? На помойке? В навозной куче? Так, вот, шестая пошла. Ну, и? И чё? Сколько мы? Так, 296, 297. О, сейчас в повороте, по крайней мере, гораздо больше держит. Отлично, продолжает разгоняться. Значит, больше пойдем, по-любому. Однозначно. Покатим сейчас. Давай, 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 родной. Где там? Так, покажу второй. 2,6. 306, ну. 7. Но уже больше. Тогда 306 и все, больше сам не ехал. 309, отлично. Давай, есть, 10, ребята. Рубеж 310 разбит. Лансер, ну рано радоваться. Получается, Сильвия где-то примерно так же вот и ехала. Она ехала совсем чуть-чуть больше. Прям вот как раз на эти там несколько километров в час. Ага, вот, походу она уже вторая. Так. Хорошо, что мы в повороте 300 держим. Вообще обалденно. Отлично. Так, кто-то приближается. Сильвия. Да. И она все равно быстрее. Вот зараза какая, а. 2,6 было, сейчас 1,3, да? Смотри, надоедливая какая гадость. Она тоже чуть-чуть подпрокачалась. Так, блин, сейчас в нашем слепстриме. Но здесь скорость зато и у нас выше. Если он там внутри ехать, там скорость упадет. Хрен с ним, ладно, пускай догоняет. Надо не тупить просто. Блин, последние попытки я просто прям жестко затупил. Так. Слепстрим больше. Секунда. Ну уже не так. Потихонечку, прям смотрите, прям по миллиметрикам догоняет. Прям совсем по чуть-чуть. Сейчас не получается 310 развить. Вилял слишком много.
Так, уже слышу ее звук мотора позади. Так, во, второй стал. Угу. Вот, блин, а. Так, последний круг опять пошел. Чтоб тебя, а? Прилипало. 320, блин. Уже не это. Не отрываемся. Чё, неужели она 320 валит? Многовато что-то. 315, наверное, где-то едет. Я думаю. Еще ниже ушла. Сейчас пройдет. Так, ну вот, давайте с ней бок о бок вот просто. 311, чё? 310. Да одинаково идем. 310. Ай-яй-яй! Вот опять затупил же просто. Офигеть, опять всю вот прямую на козявочку. 65 тысячных, только теперь в плюс. Фу, ну и слава богу, кошмар. Не ожидал я такого от тест-курса. Ничего, как говорится, не предвещало, блин. Да что ты. Все, валим отсюда, валим с этого тест-курса. 15 косарей. Так, теперь следующее у нас Гранд Поли, и, блин, не забыть надо это, вернуть назад коробку передач, что будем там на Гранд Поли пытаться разогнать 300 км. Так, поехали. Блин, о, Сильвия, а? Сильвия. Зараза. Быстрее на 5 километров в час и столько хлопот доставила. Так, чё у нас тут? Так, как тебя ставить там? Давайте вот так как-нибудь. Типа почти посередине. Да? Думаю, пойдет. Так, а, что еще я хотел немножко аэродинамически грузануть. Так, спереди у нас что, получается, нету, да? Да. Сзади. Так, вот где-то. Ну ладно, поехали. Гранд Воли. Тут тоже совсем не все ясно. Блин. Сейчас тут еще засядем на 5 гонок. О, хорошо, цепанулись. Ну, скай, ну, блин, со скаем пихаться по части разгона, это, конечно. Зато все остальные медленнее. Так, опять жучара. Ну что, жук навозный.
Кстати, я не заметил, Сильвия тут есть. Вау! На грани прям тормозил, аж повело, чуть не потерял. Мафыну. Сидит в корме. Блин, вот облегчить бы его еще хотя бы. Хрен с ним. Подвеску уже не брать. Воу! Привет, товарищ. Нифига себе. Хорош меня в зад тыкать. Ты че? Странно себя так ведешь-то. Так, шел вон. Вторую стадию вот ему облегчения купить, его уже не так будет тащить на торможениях. Инерция уменьшится. Оу! Ага. Ага, по разгону мы шустрее. Ха-ха-ха! Вот так вот. Да, в поворотах за счет того, что он маленький, он, конечно, нагоняет. Ой, остановить такой снаряд вообще тяжело. Еще и тормоза уже такие. У нас же мощность уже, блин, больше 400 лошадей. А тормоза, блин, стоковые стоят. Маленькие. Вообще тормозит плохо, поэтому... Еще и... Ау! Дикая инерция. Ух! Так. Вон, кстати, Сильвия вторая. Здесь она. Тварина. Здесь твои 5 лишних километров в час тебе не помогут. Не в том тут фишка. На скоростном, короче, секторе отрываемся от него, а тут он достает на поворотистом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, блин, снесло. Опять приблизился, но хоть не так уже. Ты поглядывайся, блин, почаще. Там позади тебя хрень такая едет. Гадская. Как змеюка. Ползает, подползает. И потом ужалит в самый неподходящий момент. Ой, блин. Хорошо, что хоть выдовый. Лансер наш. Если потерял, можно вытянуть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чё себе. Да блин, чертов мандраж, мелкие ошибки. Привет, жучара.
Так, нахрен, не дам я тебе слепстрим. И так слишком близко. Ух ты! Так ты оказался той самой змеюкой, блин, которая подкрадывается. Потом кусает незаметно. Эй! Не, парень, здесь за счет мощности освоит. Ты куда накатываешь-то? Все, мстись. Мои 1,5 лошадиные силы. В плюс они вот здесь и дали. Они должны были сработать. Нет, даже, наверное, не лошадиные силы, а вот тот кардан, который мы купили. Вот он здесь как раз передал ту нужную мощность, вот, которую развивает наш великолепный двигатель. И все, ему делали эту немецкую свинью. Так, ну смотрите, вернули, считай, те же деньги, но это благодаря тому, что мы засели на тест-курсе. В принципе, отбили бабки. У нас было 35 тысяч. О, ну так, что за машину нам дадут? Давайте прокачанную какую-нибудь. О, Майнс! Лансер. Короче, наш лансер затюнили, да? Это же тоже пятерка это? Нет, это не пятерка. Шестерка, да? Пятерки фары, да? Да, шестерка. Короче, нам наш лансер проэволюционировали до 6-й версии. Так, ну, в принципе, смотрите, Майнс, это уже, считаю, что, прокачанная, в принципе, машина. По-моему, первый раз дали. Ну-ка, давайте посмотрим. 394, да? Ну, не, конечно, не на максимум, но давайте посмотрим. Так, что у него есть? На мощность-то ладно, хрен с ним, а вот на все остальное. Да, фули, кастомай забыл. Даже балансир куплен тормозов, правда тормоза не куплен. Ну короче, куплено, воздушок. Так, здесь вообще ничего нету. На него и купить-то ничего нельзя, да? Куплено. Зашибись, маховика вообще нету. Коробка. Вот коробка нифига не куплена. Ну, короче, хотя бы частично прокачанный. Турбину-то ему хоть купили. Одна стадия всего. Так он дрящевый. А, не, фига себе, она ему сотку лошадок добавляет. 490. Интеркулер, хрен. Покрышки тоже нифига не куплены, значит. Да. У него что-то там потихой куплено, но больше на него ничего даже и не продается. То есть, по-моему, он вообще так себе вариант. Хрен его знает, короче. Ой, да какой гоу-рейс, блин. Хоум, давай, погнали. Так, ну вот, значит, так, а где наш лансер? Наш-то лансер где? Мол, забрали уже. Так, я думаю, наш даже уже лансер будет покруче, чем... А, ну там у него подвеска куплена. Ну, фиг его знает. Чуть-чуть в него еще бабла вкинуть, и он уже будет круче, чем тот, который нам дали. Ладно, давайте на этом закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее наше рубилово. Было плотно, было, черт возьми, плотно. Причем там, где не ожидалось, если честно. Ладно, с вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.